Богомол устроил мне вечное выкачивание во сне. Смотри, он как... я его дергаю, и он выходит с очень-очень большим брюшком таким. Таких еще пять по земле. Кто это? Понятно, что комитет 300 кто-то очень важный, но кто? У них вот тут как ленты такие. То они крутые. Это либо Нобелевский комитет, либо, в общем, туда идет север Европы, либо Англия, И Перы. снизу тебя вот так вот как срезает и сжимает как одно, закапсулирует. Один действует от имени всех. А всех довольно много, но вот еще пять самых крутых. А он типа шестой. Ты знаешь, как вот как матрешка, один из другого выходит. Вот я смотрю, да, раз вот так, раз, раз. И они уже как геномодифицированные люди. Что-то в себе такое, что они уже как не люди. Да. Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу. Жванецкий, Салман, все высшие масоны. Падеж начался. С чем вас и поздравляю. Нас. Это правильно. Да. Пространство чище, как-то становится, чувствуется. Да. Ты чего без настроения, Илья? Да все нормально. Нет, я немножко еще одним глазом читаю ленту новостную. Там уже ложа, там все одно.
У тебя нет такого, Илья, как засыпаешь, и тебя выдергивают? Знаешь, так быстро, как будто дергают. Бывает, но уже борюсь. Сейчас пошло, утягивает вниз медленно и спокойно, чтобы я не заметил. Медленно начинается скачка, когда я не сплю. Я работаю некоторое время на накачанной энергии из бодрствования, но не... потом просыпаюсь, чтобы восстановиться. Выдергивает из сна, потому что какие-то системы предохранители срабатывают. И я в полусне наполняюсь как-то, отдыхаю, пытаюсь. Но сзади вот как пластырь какой-то, который вот откачивает. Там как трубочку вставили и заклеили лейкопластырем. Вот смотри, кто. Их много и маленьких, чтобы каждая была незаметна. Можно пантерок послать, я думаю, разведчиков. Пусть покажут. Эта трубка идет в самый низ, и там как пиктограмма, и в центр, как кристалл какой-то Пентаграмма, стоит. ритуал был. Как искусственный этот хрусталик стоит или кристалл. Ну, даже я вообще, ну, как вот реально его тыкнуть, он рассыпется, как не настоящий, да. Тыкай, это образ моей души, типа, а потом с ней что-то сделали. Уже раскололи, либо еще расколют? Не, ничего, он просто целиком Ну, такой, еще ничего. накачивают. Потом, когда там силы больше будут, чем во мне, дернуть, и душа перескочила в этот кристалл. Тоже 6 работают. 5 по краям, пентаграмме 1 рулит. Может быть, те же самые, что ты увидел в начале Богомола. Смотри. Там один богомол, вот этот зелененький такой, с таким жирным сзади брюшком, прям тянется такой немного. Остальные обычные. Опять пучеглазый этот вылез. Ну, это он один, а и взял исполнителей пятерых, ладно. Просто масонов. Ну, тоже, ну, не просто, высших, но не важно. Высших вампиров. Чего улыбаешься, Мона? Ничего, она тебя посмотрела и улыбнулась, и все. Вот если я сижу злая, ты на меня тоже постоянно, или грустная, ты постоянно тоже говоришь. Теперь же улыбайся, все хорошо. Я даже не знаю, что хуже, когда ты грустишь или улыбаешься. Шучу. Дима, ты нашел несколько, да, они начали. Вот, ну, давай эту одну, один ритуал. Что за ритуал? Это уже магия, это уже не квантовые кампы. Все, они решили вручную заняться. Европа.
выживший знает, что скоро до него доберусь. На опережение работает. Может работать со временем. Откуда еще он может работать со временем? Я вижу это как Швейцария. Ну да. Да. Пучеглазый такой. Он уже всплывал у нас. А кто это? Не знаю. Если бы я знал всех пучеглазых пидоров масонских. Есть актер на него похожий. Потому что берут, накладывают внешность актера похожего на высшего масона. И вся энергия, которая идет в актеру, идет масону. Тоже форма накачки и распределения грехов. Люди проассоциируют себя с актером тем или иным образом. Потом все, что творит этот пидор через актера, через как зеркало транслируется на людей. Карма скидывается. Актера могу как-то еще найти. Когда-то светился, уже нет. Ну, это ровно направлено на то, чтобы как вот воодушевить, да, как вот чтобы наполнился, ты вижу, как он наполняется фантом, и потом на части руки в одну сторону, это в другую сторону, и вот так вот разделяет. Угу. И вот этот кристалл, который остается от души, этот себе его как... Ну, мою силу, как артефакт. Почему у них это получается-то? Вот в бодрствовании спереди точно не получится, сзади вопрос, но когда я засыпаю, туда проваливаюсь, они как затягивают какое-то пространство свое. Вижу, как они из последних сил это делают. Угу. Как вот выжимают, и у них еще тоненькие канальчики остались, откуда-то они качают. Вот такие прям идут. Ну, покажи пантеркам тогда эти канальчики, как ты их видишь. Да, говорим он. Я вижу, что это из-за того, что тебе подшили этот мешок с душами. Ты не можешь отказать душам, ты принимаешь и открываешься. На уровне человека ты можешь контролировать, когда засыпаешь, и другие уровни немножко берут вверх. Ты как, ну, это твоя суть помогать душам. Да, вечно голодные души, но... Да, ты выполняешь то, что ты должен выполнять, вот и все, и ты открываешься, просто сам начинаешь сливать, а дальше это уже они втягивают. Это насчет возможностей, как они это делают, и почему во сне. Сознательно я бы понял, куда это идет, и помог бы только душам, а так... Угу. Ты открываешься на голодных душ просто. Пантерки голодным душам пусть обкусывают голод. Те свойства паразитарные, которые делают их вечно голодными. А дальше души идут на рождение. Испорченные души. Это даже не жертвоприношения, это масонские, паразитарные. Ну,
Блин, Илья, я вижу на тех душах, как какие-то кузнечики нарисованы. Вот если смотреть на кристаллик, вот пантерка объедает, и там как вот переводка такая, Ну, кузнечик какой. масонский. Масоны, да. Причем Ты высшие. Это не насекомые, он не мураша именно, вот типа богомолов кузнечики. Да, ты какие-то Саранча. обязательства перед ними испытываешь, поэтому кормишь, открываешься. Нет, это со всеми душами. Только Со эти всеми. вечно голодные. Обычным душам чуть-чуть надо. Они чуть-чуть вот ткнули информации, укусили, сразу перестроились и пошли куда надо. А эти вечно голодные, они не перестраиваются. Они жрут, 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 жрут и все. Саранча. Это не кузнечик, это саранча. Вот таких надо исправлять. Покажи все души с такими вот, с клеймом Свойствами. саранчи, пусть жрут до тени даже. Пантерки и так замученные. Мы, кстати, спасали пантерок. О, что с ними было? Лапку прилипли. Карамельки. Угу. Да, это самый любимый. Смола, карамелька. Создать пространство, чтобы они там поналипли, как мух. Но мух все равно больше. Но липкие ленты делают. С таким завидным упорством. Дима, скажи пока пантеркам, что все липкое нужно в первую очередь жрать, а не лапами насоваться. Это тоже вкусно. Водой разбавил и пей сироп. А любой вирус в сиропе тоже нужно разлагать на составляющие и жрать. Рот такой весь, такой, мордочка такая. В меде. Да, испачканная такая по бокам. Я им показывал, пусть мед жрут, потому что где-то нашел улей с запечатанными сотами. Много-много такой, на крайний день. Показывал, жрите. Там все, был пир. Синие не захотели, а финики. Мед. Не знаю, где они столько энергии набрали. А почему Апердил сказал, что он тебя найти не может? Сейчас не может. Нет, когда мы работали, а ты спал. Ну вот потому что я был утащен туда. Он такой: а, нету, нету. Лапками разводят это. А мы посмотрели, ты спишь? Вот его и спросить, что у меня там учить. Мы тебя не мучаем. На чуть-чуть. Ну вот, начал возвращаться, всплывать. Подобное было у товарища Сталина. Там целая конструкция такая. Металлическая. Стальная. Смотри, Мона, что там. Прям тянуло вниз, именно когда спал, активировался. Поэтому он спал очень мало, он боялся спать, ложиться. Опасался, не боялся, Угу. опасался. У него подобная была, немножко не такая. Я вижу по всему позвоночнику подшиты, как такие мешочки, как гроздья.
кольцом позвоночника, начиная вот где-то вот отсюда, вниз, верхняя часть нет. Обратно это Черчилль всплыл. Доплавается, попозже займемся Рузвельтом и Черчиллем. Прости, что? Попозже займемся Рузвельтом и Черчиллем. Друзьями в кавычках. Да, они еще с таким издевательством на него делали, что типа отец народов, вот пусть и кормит народы. Народы кормятся сами, нужна информация народам. Потому что все по большому счету информация. Они закрыты, знаешь, вот эти души как какой-то смолой или янтарем чем-то обмазаны. Вот. Они не взаимодействуют. Получается, нормально. Получается, не души, а... Кого кормят, а их по сути, а и вот их кормить-то никто не. Поэтому весь поток энергии идет в рой. А рой становится субъектом, получается, взаимодействия, право, частью нашей вселенной. Соответственно, сейчас рой должен отдать все. Отделяем рой как единое что-то. Как некое существо. Кон. Прописанные в нашей вселенной уже. И выписываем у счета все, что он получил, натворил, отдать. И показываем менту и судье. С исчезновением королевы рой не перестал существовать. Он становится на него все. Было на двоих. Королева не выдержала претензий вселенной. Ушла, но Руид остался. Поэтому он тоже отдельный субъект стал. Повторяем с Роем то, что я сделал с королевишной. И все энергообмены тоже подлежат учету и карме. И отделяется от людей. Некоторые раи хотят убежать из большого роя, типа сами по себе и скинуть карму. Нет, хотят убежать, выделяются и тоже становятся отдельным. Отдельные Нет. единицы. Поняла, о чем ты. Надо на символьном уровне этот рой как единая единица прописать, чтобы. Потому да. что индивидуальная не имеет ответственности, да. да. А так, чтобы карма его достала, я поняла, о чем ты. Ему определяются претензии. Ему нужно что-то выплачивать вселенной. Выплачивать нечем, пытается брать еще больше судья, мент и... Да все. Собачки, финьки не дают, защищают людей, да и люди сами уже сопротивляются. Да. Откуда души-то эти покореженные ко мне идут?
Они к тебе какую-то завязку имеют, как претендентливые. Ну, какую? Как какой-то контракт не закончен. Судье, покажи. Такие души. Да, показываю. Пусть разбирается с контрактами. Афинкам покажи такие души и пусть их лечат, обгрызают то, что там поврежденное. Диму мы потеряли. Дима! Ну, сейчас вернется, потому что... Угу. Пусть все души, которые приходят, финки обгрызают. Сразу. Лечат. Потом делятся любовью и отправляют. Вот сейчас еще немножко и доберусь до Рузвельта сам и Черчилля. Ну, до Рузвельта добрался еще при жизни. Но он выжил. Просто ходить перестал. Сам. Надо Черчилля сейчас. Да, Где Дима-то? у тебя сегодня как раз такое настроение, что доберешься, порвешь, что ты злой. Нет. Да я же чувствую. Нейтральный. Не совсем. Ну ты поспи 48 часов. Не спя. Без перерыва почти. В межмире каком-то. Что даже финги не могут найти. Дима, ты куда пропадал? По телефону позвонили. Понял. Ты без наушников сегодня? Да, нету. Спасибо. Нету. Нету тот, кто слушает. Да. А. Вопросы. Ну, если так комфортно, то ладно. А где тот? А где тот, кто слушает? На работе. Хорошо. Ладно. Подкопаемся на. Программки работают, да. Ну хорошо, хорошо. Рад, что у тебя такой боевой охотничий задор. Смотри, товарища Черчилля, все-таки. Был в Ливерпуле, стал. Как этот город сейчас в Штатах? Вон, а где он сейчас? Кто, Черчилль? Угу. Я забыла, Илья. Гну, глянь еще раз. Не в что. А, подожди, это мы на Черчилля смотрели, что он где-то в Англии. А Рузвельт я не помню. Черчилль, смотри, где сейчас Черчилль? Где-то в Англии какой-то город, и он там как пастор. Нет, не в Англии. Или я не помню. Ты говорила Питер. Что-то питерск какой-то там в Америке. А, Питер Бен. Нет. Там есть. Нет, не помню. Ну, что-то такое, да.
я на него как-то настроиться не могу. Илья, прости, можно я посмотрю, как он выглядел? Угу. Спасибо. Жирный Боров, что там смотреть? Я не помню вообще, кто он. Если я таким... Ты у товарища Сталина все мешочки вытащила? Сейчас посмотрю, одну минутку. Там не мешочки с душами, там типа бычьих яиц, только вместо спермы и души. Твари. И все это на этой волне, вот на этой вот озабоченности впихивалось в нервную систему прям. На каждом позвонке. Между. Весело? Кто это делал? Вот это он, да? Нет. Это не Рузвельт? Черчилль, смотри, Черчилль. Кто тебя забивает? Это Рузвельт. Да, Черчилль, я помню, как выглядел. Сейчас он священник. Я тоже забыл, какой город. Че это мы все забыли? Потому что мы его стерли уже. Мы проработали, стерли. Угу. Странные они оба. Угу. Этот вообще на свинюшку похож. Да, я говорю, толстый Боров. Кто вот эти вот пришивал в межпозвоночное пространство товарищу Сталину? Смотри. Прости, Илья, но я вижу каких-то женщин. Вероятно, они просто исполнительницы этой роли, но я вижу точно женские руки пришивают. Вот сидит и шьет. Угу. Это через женщин как-то было сделано? Могли наложить, да. Женщины в реале что-то пришивали. Смотри, если это их воля есть. Либо наложили идет, просто. Идет информация, что их воли нет, их использовали. Угу. Он просто открывался им как-то больше, чем другим. Да всем он открывался. Женщинам. Чья воля, знать. Смотри. Классика жанра. Ты о чем, прости? Это мне пришло кто, смотри, сама. Что, Гитлер, что ли? Да. Я его тоже увидела. Пыталась перейти куда-то в другую сторону, угу. Посмотреть, потому что он как семафорит, но он увидела его. В одном очень мощном даже лично участвовал. Точнее, в трех, но один самый мощный, ты понимаешь, как продавили. Что это за ритуал, где он лично участвовал? Там что-то связано с орденами. Причем в основном гомосексуальный. Это мелочь.
раскачанная психика на этой сексуальной волне. Секс, секс, секс. Общая масса, вот эта вот толпа. Кончайте, кончайте. И возноситься. Из этого состояния магичить воля. Это все, это энергией управлять. Ну и немножко кровь. Параллельно еще немножко мучают, убивают. Впитывая боль. Смешивая сексуальную энергию. Круто ж. Я обмазываюсь кровью. Покажи теням такое. Пусть жрут эту энергию вот такую. И тех, кто в этом участвует. Да, сейчас хорошо. Да, с товарища Сталина убрала все. Проследила и убрала еще раз проследила. Все то, что было подшито, пожрали тени, даже не стали Гитлеру отдавать. Пусть пожрут все. Не нужно. Да, им это нравится. Вот пусть тени приходят во все такие же оргии. Где секс связан с кровью. Да и пусть во все гомосексуальные оргии тоже. Может, тогда пусть вообще во все оргии? Нет. То Не, есть, не настолько радикально. Пока хватит этого. То есть, блядство пусть остается. Это на грани, понимаешь? Хорошо. Даже немножко за гранью, но все-таки в границах этой вселенной, конов этой вселенной. А вот гомосексуальные, мужские, по крайней мере, это уже чревато. Это уже против, это нарушение. Я поняла, это хорошо. Ломка.
Гетеросексуально это может быть накачка чего-то, призыв изобилия и так далее. Круто. В экстренных случаях. Но это же все равно через блядство. Вон и все через блядство. Хорошо. Я же не против. Туда скорее няньку, чтобы она всех поуспокоила, вывела на состояние детей, и все разбежались после одного раза. Потом учителя, да? Это потом, это автоматом. Тут дети расшалились, их нужно успокоить, чтобы не было вот этого вот раскачки психики на магию, чтобы в магию не переходили. А без этого будет неинтересно. Магическая составляющая уйдет. Останется просто любовь. Клуб по интересам, а не раскачка нашей вселенной нехорошими методами. Няньку всем, кто лезет в товарища Сталина с магией. Дети расшалились. В Жукова, в Берию. Да. И даже в товарища Малиновского. И даже в Трампа, пусть он размножает. Сколько их штук сейчас? Тысяч нянек. Мон. 18 считали. Тысяч, да? М? Тысяч. Да. Возьми одну. Отдельную. Пусть скопируется. Да, взяла одну отдельную. Одень ее в красную. Хорошо. Можно даже без короны на голове. Из-за нее действует, как бы из-за спины, судья и учитель. Наложи на нее образ твари. Готово? Да. Покажи роям. Всем, пусть эта конструкция каждому рою копируется, в каждую ложу. Да начнется веселуха. Они к ней, она их перестраивает уже с агрессией на гармонию нашей вселенной. Успокаивает. И доктор потом лечит сзади. Ставь сверху вместо твари. Хорошо.
Теперь сигналы к ней пойдут. Она их успокаивает, доктор лечит, то есть возвращает энергетику обратно. Судья возвращает в нашу вселенную. И каждого масона снова делает человеком и карму ему за все, что он натворил. Собачки расшивают отделение нашей вселенной от того межмира, в котором каждый масон находился. Теперь он в нашем мире. Дурь каждого видна. И говно. Защитного отделяющего слоя нету. Крыша поехала, аж повело. Кружится голова, круто. Мона умничка. Рассказывай, Мона. Что? Что ты там так интересно? С любопытством таким смотришь? Нет, ничего. Прихожу в себя, работала. Там у меня просто экран висит большой. Я на него, как черный квадрат, фокусирую внимание, просто так проще. Хорошо. У меня аж задняя часть мозга заболела. Пошла работа. Ей-то они открыты. Оттуда. Вроде бы любовь, но и успокоение. Весело. И такой свиток законов нашей вселенной от судьи. Бац. Как так? А уже поздно, контакт есть. Внутрь вошла инфа. Сейчас листопад еще усилится. Уже не желтые листья, а все листья будут падать. С большого масонского дерева. Испорченные души забирают тени.
Как полотенце на землю натянулось такое. Не все ложи ее сейчас увидели, но надо показать. Поставлю-ка я ее прям в туда, в открывающиеся двери из большого-большого зала. Вот этот вот свет, который масоны показывают, открывается дверь. Туда прям свет, и она такая. Теперь там нянька. Без лица. Они все сойдут с ума просто. Они не так уже. А теперь окончательно. Ты издевательство просто. Это карма называется. Сейчас клипы такие же будут. У них башка вот так вот выйдет. Они не знают, куда смотреть, и все текет. А уже такие клипы пошли. Уже показывают ее сумасшедшие уже. У меня аж сеточка на мозгу какая-то, прям тянут. Прям рвется кто-то куда-то, все рвутся. Давай украинским масонам такое. Сеточка на голову. Нет. Няньку в красном. Ну давай Гитлеру такое еще покажем. Вместе с судьей. Вон и сейчас Гитлер где-то живой. Идет информация, нет. Как вообще души нет. Я не вижу нигде его. Стерт. Пескову давай покажем. Его ложу.
О, хорошая идея. Вот всю эту конструкцию давай наложим няньку на тетю Мотю Матвиенко. Просто наложим. Пошло подсознательное изменение манеры работы ложи питерской. Но когда они осознают, что происходит, будет уже поздно. На Пугачеву. То же самое. Что-то сбивает. Защита тети Моти. Да, она Матвиенко началась. Не проработала. Подожди, Ля, минуточку, Не-не-не, что-то. просто ты туда запускаешь одну, и все, она хорошо вкладывается. Я А поняла. потом подтянется сама, медленно. Просто слишком быстро начала делать. Там инерция большая. Большая ложа. Хорошо, я сейчас еще раз сделаю. Прокачанная. Допусти просто, покажи. Тете Моти. Скажи, она тоже няня. Мама няня. И она вложится сама, смотри, встраивается. Пару месяцев и будет не отличить, а еще полгода и ложи не станет. Конфликт программ. В оригинале она требовала жертвоприношения, а тут успокаивает и все. Получилось. Да, дальше судья сам подойдет, учитель сам подойдет. Пугачёва, ты говорил. То же самое Пугачева. Душа там интересная была. Леди Гага. Там не к чему притянуть образ. Она как расползает, так как внешнего контура нет. Вот. Пусть теперь будет. Поняла. Он же хочет стать женщиной. Вот покажи ему образ женщины. Королевишны, к которой он стремился. Он же к ней тянулся. Королевишня. Вот теперь к ней пусть он тянется. И ломает себя. Снова гармонизируясь со вселенной. И все такие же. Мадонна. Кэти Перри. Тварь еще та. Все, кого вспомните. Из солисток эстрады, то же самое. Майли Сайрус. Нюша Гагарина.
Ани Лорак, Каролина, то бишь. Как через них все, кто их смотрит, начинают меняться, успокаиваются, домашними делами начинают заниматься, а не качать себя в них. Веселуха. О, Анджелина Джоли туда же. Тома Круза тоже в Алису. Нет, Том Но он Круз же не мальчик нянька, да, все-таки. он мальчик. Все-таки, да. Иногда. Иногда мальчик. Дальше уже не важно, он либо его. По паспорту мальчик. Он все равно уже ничего снимать не будет. Ибо после грани будущего я немножко разозлился. Он там какую-то херню по инерции снял и все. Почему ты разозлился? Слишком много он показал. Я когда это увидел, он же не только грань будущего показал, он после этого ситуацию показал с дочерью. Вот этот мой облом, что это не моя дочка. Он там какой-то фильм был про дочку тоже. Я понял. У него после этого еще один момент был про эту мумию. Я как-то все это, все фильмы сразу посмотрел. Я понял, что он слишком много себе позволяет. И на том его карьера закончилась. Шестнадцатый год. В Таносе эпизод с дочерями обыграли иначе, но тоже впендюрили. Вот, а мумия тоже там интересно было. Кто-кто? Мумия фильм такой, да. Да, с двумя глазами. Четыре глаза в одном Четыре, глазу. да. То есть Как разделение. показали тварь, что она всплывает, да. И, кстати, хорошо показали там, как тварь наполняет ртутью. Что это ртуть против нее, да. Это тоже показано. Свойство ртути. Почему они все ненавидят это все? Я пойду умоюсь, мне прям так Давай, вообще. мне тоже. Странно, попить надо умыться. Да, пойди. Все, перерыв и... или просто посиди. Я посижу. Хорошо.